2018 по китайскому календарю – год собаки. А в Актобе символу наступившего года посвятили специальную фотовыставку. Организовали ее местные волонтеры, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме отлова бродячих животных. Благодаря актюбинским волонтерам около 200 бездомных собак нашли новых хозяев в ушедшем году. На этих фотографиях история их предательства и спасения. Организаторы выставки надеются, что в новом году, который пройдет под знаком желтой собаки, их подопечным обязательно повезет, и они обретут свой дом. Хотели показать всем, что метод отстрела собак бродячих не решает всю проблему. И как бы хотели, чтобы средства выделили в большей степени на стерилизацию бездомных собак. Это решит проблему действительно. В старом заброшенном доме на окраине Актобе находится пункт передержки. Здесь живут около 20 собак. Прокормить такую свору помогают неравнодушные горожане. В числе особо неравнодушных и врач Татьяна Острецова. В ее доме тоже приют. Сейчас здесь живут 32 собаки. Повысить ответственность хозяев за животными. Потому что если ты берешь животное, то оно не должно оказываться на улице, вот как эта вот маленькая хорошенькая собачка. Второе, то есть это должна быть учет, перепись. Да, на это нужно потратить какие-то деньги. Но это окупится стоимостью, потому что всегда можно найти, чье это животное. Переписать – это еще полдела. Проблемы бродячих животных, говорят ветеринары, нужно решать комплексно. А главное – гуманно. Не отловить и уничтожить, а проводить стерилизацию, строить приюты, а также вводить ответственность для хозяев четвероногих, которые часто забывают, что мы в ответе за тех, кого приручили. Лейла Уэсова, Надин Молдабеков, Айбек Даутов. Итоги дня. Актобе.